Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса, 15 июля». Друзья, сегодня в районе 3 часов дня появилась информация о том, что в Затоке опять подорвался человек на мине в море. Вот. Но данная информация была предварительной, я не стал ее в спешности вам сообщать, потому что мог быть просто фейк. Вот. А буквально несколько минут назад информация подтвердилась и сообщается о том, что молодой мужчина подорвался на мине, вот, в результате взрыва остался без головы. Сейчас ждут саперов, чтобы забрать его тело. Предварительно писали о том, что оторвало руку и голову, но на данный момент по подтвержденной информации сообщают, что взрывом оторвало голову. Сегодня у данного мужчины был день рождения. Ну, хочу напомнить, друзья, что это уже третий, если я не ошибаюсь, случай, когда в море, купаясь в море, на мине подрываются люди насмерть. Так что ни в коем случае не пренебрегайте теми запретами и ограничениями, которые установлены сейчас по всему Одесскому побережью. И лучше в этом году, во всяком случае, воздержаться от купания в море. Я на связи. Как будет появляться какие-то новости, сразу буду сообщать. Подписывайтесь на канал. До встречи. Всем пока.